Всем привет, народ! Сегодня мы будем прокачивать новую МК-12. Это Progressive Gun, который вышел в сентябре, поэтому не буду тянуть резину. Проверьте лайк, сразу там подписочку, комментарий можете любой там настрочить, так для продвижения просто ролика. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек, ну и погнали смотреть. Короче, прокачиваем, ребят, новую МК-шечку. Так, 50 тысяч рублей потрачено и еще все. Теперь у нас 78 тысяч джикоинов. У нас есть 5 чертежей. И вот такая вот МКшечка, на нее есть схема, сейчас я покажу показ всех уровней. То есть первый, второй левел Battlestat, третья анимация, четвертый скин, пятый необычный косметический, тут какие-то эффекты скин. Лента убийств вот такой вот, на схеме вот он будет вот так вот выглядеть, в принципе ничего такого. Скин рукоятки, скин ящика трофеев вот такой вот, на схеме он будет, ну тут заяц только перекрасится получается, да? Вот. Скин прицела. То есть вот такие вот прицельчики интересные и редкие косметические. В конце выглядит вот так вот, если схему выбиваешь. Ну, схема там, по-моему, что-то распыляется прям, ну, совсем нормально. На большое количество чертежей. Ладно, погнали открывать первые 10 кейсиков. Может, упадет все-таки? Все, погнали, ребят, открываем. Первое ничего. Пока что не упало. Ну, зато мы получаем отходы также. Ну, пока что не сыпет. Блин, я надеюсь, что она упадет сейчас. Вот, золотой ящик. Золотой ящик, наконец-то. Один? Два ящика. Так, ну... В каком из? Она должна здесь быть. Она должна здесь быть, по-любому. Она здесь должна быть. В левом. Просто. Легенда. Просто легенда. Я же говорю. Все, выбились сюда просто. И тут еще, наверное. А, ну тут Battlestat. А такую я уже, кстати, выбил тут. С бесплатного кейса. Так, ну все, МКшечку выбили. Это хорошо. Чего? Ни одного даже серебряного нет. Ни одного серебряного даже нет. Ну вот сейчас точно золото должно упасть. Ну. По-любому должно было быть. Ну что, думаете, есть тут или нет? Кстати, было бы неплохо еще и выбить на нее все-таки этот чертеж, да? Ну, вот эту схему выбить. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. О! Сюда. Еще. Отлично. Так. Ну, тут должна быть. Да ё-моё, блин, опять эмка выпала. Ё-моё просто. Да как так-то? О, еще золото. Не, ну сыпет нормально. Но сейчас, если еще АТМ-ка, это будет вообще трешак. Я думаю, что тут должна все-таки выпасть МК-шечка. Ну е. Сюда. Ну хорошо пока что идет. Пока что хорошо идет. Пока что хорошо идет. Так, еще золотой кис. Там же, ребята, там же, где мы выбивали МКшку. Я думаю, что тут снова будет МКшечка. Да ну, блин, МК. Ну, кстати, МК неплохо сыпет. У них, походу, там реально большой процент выпада. Ну, чертеж. Ну, ладно, чертеж нам нужен. Блин, ну схему хочется на самом деле выбить. Схема, по-моему, самая редкая, да, что может упасть? Или нет? О, схема еще! Сюда просто! Сюда! Огонь! А насколько она распыляется? По-моему, мне говорили, что она на 6 чертежей распыляется. Ошалеть, не встать. Еще и схему выбили! Жесть! Вот это мы везучие просто. Конкретно.
Ашаляо. Имба. Опа! Три золотых! Три! Ошалеть! Ничего себе! Так, ну что, в каком из? Так, ну ладно, чертеж. Так. Неплохо. И тут, наверное, М-ка будет. Но это просто офигенно. Вот так вот должно сыпать. Вот так вот должно сыпать. Ошалеть не встать. Ну это просто прекрасно. Ошалеть. Кайф. Вот так вот должно быть. Вот так. Открываешь 10 кейсиков, тебе чертеж один падает. И по две пушечки сразу. Кайф. Еще. Давай. И тут тоже. И сюда тоже. Чего? Кого? Ошалеть не встать. Вот так вот должно быть. Понимаете? Ох, жесть просто. Погнали дальше. Еще золотой. Жесть, давай. Ну ладно, тут уже бы было слишком жестко. О, золотой еще. Каждый 10 кейсов золотой падает. Вот так должно. Вот это вот прям шикарно. Просто шикарно. Ну, Battlestat тут этот, SLR-ка. Но это все на распыл. Тебе сыпят одни эмоции, красава. Адекватный стример. Спасибо большое. Спасибо за соточку от души. Так, все, главное не сглазить. Давайте, все, я посылаю сигналы в космос. Следующий будет золотой кейс. Там будет либо схема, либо МКшечка, либо чертежи. Все, погнали. Вот сейчас будет золотой кейс. Послан сигнал в космос. Отправил. Ну, до космоса еще не дошло. Я думаю, вот сейчас дошло до космоса только что. Вот сейчас. Нет, видимо, слишком долго до космоса доходит. Ой, капец. Опа. Опачки. Один золотой. Оп. Они, кстати, мало дают. Раньше за Battlestat давали 800 полимеров. А сейчас, по-моему, на 200 они сыпятся. Что-то такое. Ну, это, типа, такое себе. Еще одна схема выпала. Ошалеть, это плюс 5 чертежей. Самое жесткое, это самый крутой ящик, мне кажется. Когда ты можешь выбить схему и с этой схемы полутать, как за 2 золотых, ну, за 2 легендарных оружия. Это очень круто. Это очень круто. Поэтому, ну, это прям имба. Это имба. Ну, надо посмотреть, сколько, до какого мы уже там можем докачать. У нас еще 29 тысяч коинов. То есть, в принципе, мы, ну, пока что... Еще не все потратили. Главное, чтобы
полимеров хватило. Но СКС упала. Упала СКС. Опа. Золотой. Так, ну что, ставки? Будет или не будет? Будет или не будет? Будет или не будет? Я думаю, что тут должна выпасть, потому что давно уже не падало. Мы давно не видели, что нам падает что-то легендарное. Где-то буквально секунд 15 не видели, поэтому я думаю, что тут должна быть. Ну, чертеж, чертеж, это тоже очень хорошо. Но лучше бы, конечно, блин, еще плюс полимер. О, два золотых. Вот два золотых — это круто. Два золотых — это огонь. Два золотых — это очень хорошо. В каком-то из них точно будет. Будет, но не МКшка. О, еще одна схема. Офигеть, мы этих схем навыбивали. Это просто офигенно. Вот просто схемы сыпет. Это самое охрененное, что может выпасть с этого кейса просто. Самое охрененное. Ошалеть. Ну, это очень круто. Это очень круто. Главное ее, ну, оставить одну схему, чтобы мы потом с ней бегали. Именно схему сделать. Не просто прокачать, да? А именно схему. Офигеть, два золотых кейса снова. Два золотых кейса снова. Так. Ну, чертеж. Ну, в принципе, тоже неплохо. Хорошо. Так, ну тут что-то пока что не это. Не особо, да? Наша задача — до 10-го докачать. Наша задача — докачать до 10-го. Но со схемами, вот то, что схемы мы выбили, в принципе, это, ну, прям возможно. За схемы там очень хорошо дают чертежей и полимеров. Так, у нас осталось 13 тысяч коинов. 13 тысяч коинов осталось. Ну, опять Battlestat М-ка. Опять Battlestat М-ка. Она нам не нужна. О! Хорошо. Ну, первый кейс. Ну, первый должен быть тут с самого начала. Эта МКшка должна быть. Да, блин, да опять это 416-я эта МК-ка. Ну, камон. Не нужна она нам. Нам нужно легендарное что-то. И опять она. Ну, это вообще капец. Ну, это вообще капец. Ну, зачем она нам? Ну, не нужна она нам. Но она нам не нужна. Так, у нас 6000 коинов. И надо выбить еще что-то. Нужно выбить еще. О, сюда. Ну, вообще кайф. Ну, это прям вообще замечательно. Вообще замечательно. Так, еще одну легендарную выбиваем. Еще одну легендарную выбиваем. Фу, ну чертеж тоже неплохо, хорошо. А, ну и все, у нас осталось 1130. Ну, в общем, вот как-то так пооткрывали. И у нас еще есть 4000 этого. Давайте посмотрим, что нам, как можно там прокачать, не прокачать. Вот сколько мы выбили. Ну, мы до хрена ее выбили. Тут прям капец. Мы уже до 4-го, в принципе, можем докинуть. Закинуть. И у нас тут ее что-то прям очень много. Вот это. Так, одну мы заблокировали. Да, все, погнали. Все, 4 получается. Ну и 12 полимеров и 3200 еще. Все, и одна что-то осталась еще. Ну, тут СЛР-ка.
Так, ну что, все, мы все закончили. Теперь мы имеем 33 чертежа и 34 тысячи полимеров. До какого нам левела хватит? До 8. Ну, давайте по одному, да, будем, наверное. А тут разные качаются или это одинаковые качаются? То есть, если я тут вкачаю... То есть, если я тут вкачаю, у меня тут... А, ну все, понятно, отлично. Хотя бы так. Хотя бы так. Хотя бы так. Распыли МК, еще одну. Так это схема будет. Лучше со схемой бегать. Она же как-то... Ну, реже получается. Схема, по-моему, пореже, да? У меня еще можно будет купить сейчас чертежи. Так, ну и тут скин прицела. Получается, мне нужно... Блин. Это надо 10 купить. Вот так вот. Ну, давайте добьем хотя бы до 9 тогда получается, да? Ну вот, как-то так. 9 левела и МКшечка. И это... В принципе, можно было бы и до 10 добить, если... продать схему. Но как-то... Я вот не знаю, вроде оранжевая даже поприкольнее смотрится, но схема она пореже. Поэтому, наверное, все-таки схему тут лучше оставить. И у них отличается лента убийств. Ну тут даже, да, как-то... посимпатичнее смотрится. Сюда ее. И вот так вот она выглядит. Ну, в принципе, неплохо. Красивенько. Да? Ну, кстати, резвый этот, бодрый батлстат. Прикольно, мне нравится. Мне нравится. Такой необычный, да? Прикольно. Прикольно.